Вот подошли к шикарнейшему отелю Sunway Resort. Вот такие слоны здесь. Там вон такая красота. А чё, вон туда надо стать, где олени? Где олени, подними сюда. Не хочешь? Это просто сказка. Отель «Сказка» называется. Здесь только зелени. Там растут кокосики. Хотим вот пофотографироваться здесь. Хорошо у них небо вот такое вот, оно затянуто тучами. И поэтому не так жарко, как в Египте. В Египте это невозможно гулять днем. Ни одного облачка. Там уже 6 часов такое пекло начинается, а вот здесь вот нормально. Ветерочек такой даже, можно сказать, прохладненький. Вот так вот все красиво. Только ходи и наслаждайся. Что-то типа пещеры там. Можно туда вот подняться по ступенькам, зайти туда внутрь и посмотреть, что там интересного. Кристина, зайди туда. Красотища. Лена тоже снимает здесь. Посмотрим, что там внутри. Что там интересного? А? Поспать? Да, там кто-то лежит, отдыхает. Можно здесь посидеть. Прохладненько здесь так. Вот такая пещера. Вот тебе и пещера Бату. Обезьянок тут не хватает. Шикарный вид. Вот здесь. А? Вот здесь вот посмотрите. Ой, надоело фотографироваться. Давай. Давай. Ох. Так красиво здесь. О, прохладненько. Вообще прелесть. Такой шикарный отель. Сейчас вот заходим в лифт. Вот мы попали в лобби. Какая красота здесь. Такой ресторан здесь. Что все продают здесь. Всякие вкусняшки. Прям вообще не отель, а сказка. Очень все красиво. Везде статуи такие. Но вот там виднеется аквапарк Sunway Laguna. Вот здесь вот шикарный такой ресторан. Продают всякие вкусняшки здесь. Вот. Вот такие вкусняшки. 19 рингит стоит. По 21. Такой тортик 50 рингит.
кокосовый напиток. Вот здесь вот живая музыка, видимо, вечерами. Очень все красиво. Вот на каждом столе здесь меню. Здесь такой холл, а там и лифты. Так, нам надо найти туалет. Здесь ресепшн. Конечно, очень, очень впечатляет этот отель. Девчоночки там снимаются, фотографируются. Вот такие колонны шикарнейшие. Вот такая пальма из металла. Прям красота. Такая люстра. Очень все красиво. Здесь еще какой-то холл один. Вот такие статуи шикарнейшие. Вот такое дерево. Резорт-кафе какой-то. Здесь лестница наверх ведет. Это куда она ведет наверх? Надо тоже исследовать. А там вон парковка, машины стоят. Так, вот так вот тут лапшу делает, крутит. Вот такой фокусник. Ну надо же. Посмотрите. Посмотрите, это не повар, а настоящий фокусник. Ой, молодец. Смотри, ему надо в цирке работать. Не, оно расслоилось вот на мелкие-мелкие лапшички. Вот он положил туда, и это все варится. Шоппинг-молл там наверху. Это есть пирамида, что ли? Это пирамида? Кристина, что ты рутер? А что мы хотели пойти через окружности? Мы здесь пошли. Даже мне спасибо, что так пошли. Я выбираю очень тяжкий путь. Удобные пути. Тяжкий, но верный путь. Да цены нормальные, что, недорогие. Вот, вот, вот. Вот, пожалуйста, 16 рингит блюда. Давайте. А сколько время? 15 рингит. Вот 14 суп. 26. Если первое, то 14. 15. Вот, пожалуйста. А здесь ледовый каток. Лена, где мамка? Вон она. Снимает? Да. Вот такой каток. Можно покататься на коньках. Ты умеешь кататься? Я каталась.
общем, такой огромный торговый центр. Здесь магазины известных фирм. Monki, Kioks, спортивная обувь. Нет, не эти, у меня розовые, вот этой фирмы. А тоже хорошие вот эти. Я в Алмате брала такие, Kioks. Quest. Короче, вот магазины известных брендов. Вот Quest. Клиник, там косметика уже. А наверху там кафешки, Бургер Кинг там, Гэм. Вот здесь тоже кафешки. Вот Виктория Секрет. Известная фирма. Коач. Мак. Косметика Мак. Боня. Сумочки. А вот здесь сумочки. Надо посмотреть, сколько стоит. Сумочки. Наверное, очень дорогие. Они, наверное, дорогие. Сколько они стоят? 359 рингит. Это же дорого. Да? А? 30 тысяч рингит. Пойдем. А что здесь дорого? А там было 100, да. 109 рингит. А здесь вот балийская кухня, балийский ресторан, Оле-Оле Бали, в балийском стиле. А это тайская. А это тайская. Здесь Тай-Тай написано. Кухня. А там балийская, а здесь тайская. О, там бриллианты. Вот мы пришли к супермаркету, в торговом центре «Пирамида». Огромнейший супермаркет. Кристинка взяла корзиночку. Как будто мы собрались что-то такое покупать много-много. Че? Откуда заходить? Это что такое? Это что-то готовится здесь. Здесь 9900 фрукты. Это виноград. Там киви 13. Яблоки 15, 30, 12, 50. 9 рингит виноград, апельсины 8 рингит. Это за килограмм, да? Это за килограмм. Да, это 1 килограмм, 8 рингит получается. 8 рингит, 720 тенге где-то. 720 тенге. Так. Король манго 1,99 за килограмм. 1,92, да, считаю? 180 тенге. Так, где это 2,39 манго. 2,39. 200 тенге получается. А, это за 100 грамм. Лена, это дорого. Это за 100 грамм. 2000 получается. Ты что? Это очень дорого. Лучше не брать здесь. Дорогое удовольствие. Чипсы, хрипсы.
Какие? 6 рингит, да? Бананчики. О, что-то запахло дурианом, что ли. Рамбутан. 1,49. Это за 100 грамм все. Вот эти. Помнишь, мы ели в Таиланде? Вот эти грибочки. И что? Каждый за 4? Или что? А? Я же не довезу их. Грибы. Помнишь, мы ели в Таиланде? Я же их не довезу. Они уже испортятся. Тем более холодильник у меня. А? Да ну. Помидорочки маленькие. Какая зелень здесь. Куча зелени. Все, что хочешь. Да. 5? 450 тенге. 450 тенге, нормально. Видишь, какой выбор? Не то, что у нас. У нас вообще ничего нет. Кристина, здесь только жить и жить. Это... огурец. Да? А для чего он нужен? Вот это как называется лук? Ну, картошка. Какая? А? Картошка? 0,23. Ну да, наверное, 100 грамм. Ну, здесь рыба. Это за сколько? За 100 грамм тоже? За 100 грамм. За 100 грамм. 129, 229. Креветочки 599. Вот такая селедочка. Вот такая селедка. Вот эта рыба 14 рингит. Здесь уже готовые куриные крылышки. Здесь вот куриные ножки. Курица. Яйца у них. Шесть и семь рингит. 10 штук. Это куриная продукция уже разделанная. 10 рингит. Вот по 10 рингит. Здесь по 8. Куриная печеночка. 2,85. Здесь лапшичка. Так, здесь что? Что ты бросила тележку? Это что? Это какие-то консервы. 6,17 рингит стоит. Всякие соусы. Кристина, ну тут выбор же намного больше, чем у нас в Таразе. И цены недорогие, да, Лена? 3,34. Кукурузка. 3,96 рингит. Такая же цена. 360 тенге получается. Банка кукурузы. Так, это бич-пакеты? Не, это не бич-пакеты. Это что? Это что? Да, бич-пакеты. 15,99. Это 5 штук. Дорого? Недорого. Это дорого. 7 рингит. 7 рингит умножить на 92. 700 тенге. 644 за 5 штук. Теперь раздели на 5. 460 одна штука. 460? Как 460? 46, наверное. Шесть семьдесят четыре, вот. Маги, пожалуйста. 4,
4,19. Там 5 штук. Нормально. Цена нормальная. Печеньки. 4 вот ренгит. 4 ренгит. Овсяное, что ли? С шоколадом. Нет, меньше они маленькие, а этот большой. А что ты делаешь? 6 стоит. 6? А это 4. Вот этого? Это 4. Ну, вот можно вот эту взять. С орехами. Не обязательно, можно вот такую вот взять. А вот дешевле 3,59. Печенюшки 3,74. А чё, они же невкусные, эти печенья. Дурацкие, блин. Орео 3,46. Нет, это лапша. Что это такое? Чипсы, что ли? 3,16. Чипсы. О, дуриан. Твой любимый. Фу, вонючка. Терпеть не могу его. Да лучше. Давай вот это возьмем. Это что такое? Мягкое такое. 4 тенге. 360 тенге. 400 тенге получается. Мама, возьми гладику. А это что? Я вам подарю от меня. Он любит лапшу и сухую. Мама. Короче, всякая всячина здесь продается. Вот здесь вода. 5,79 стоит. Но это что-то дороговато немножко. Зачем Владику такой подарок? Он даже не серьезный он подарок. Он мечтал о таком. Что это такое? Это же эта лапша ее заваривает. Да. Сколько она стоит? Ну возьми вот. Котекс. То же самое. Здесь вот хлебобулочные изделия, круассанчики вот по одному. Ну давай возьмем. Давай, один такой. Три возьмем. Три штуки. Два клубнику. Вот так, наверное, разные столько. А зачем 4? Нас же 3. Трое. Клубнику ну, берите. А это с чем? Шоколад. Ну давай, ладно. Яички. 5,6, 6 ренгит. А за 10? За 10 что? Ну здесь хоть сыры есть, да? А тут масло есть сливочное? Дорогое. Не сливочное. Вот масло. А? Вот масло. Вот батер. Здесь. Вот это что ли? Да. Вот масло. Смотри, по 5 тенге. Смотри. Ну оно невкусное. Мы же брали на Бали один раз. Такое невкусное. Ужас. Я его домой привезла. И дома даже не доели. Что, будешь хотеть? Какой специфический запах. Ну, здесь суши. 25. 2 рингита. 1,4. Вот. Вот такие суши. Комплект 18,9 рингит стоит. Вот такие 18 рингит. 18 рингит это сколько? 1800, около 2000, да, получается? Ну, смотри,
смотря какой здесь, подешевле есть. Одна сушка. Нет, это комплекс. Ну, комплекс, да, я имею в виду, комплекс. В общем, такой огромный супермаркет, конца и края нет. Мама, посчитайте сколько. И все можно снимать, никто ничего не скажет. Не то, что у нас. А у нас еще не вращают. Так я пошла с кипи снимать. Там, знаешь, они кипиш подняли какой. Один охранник вызвал другого охранника. А здесь вот свободно. Все можно снимать. Вот здесь вот. Вот такие Буэна Киндер. 5,49. Пожалуйста. Рай для сладкоежек. Кит-кат. Вот такие шоколадки 30-21. Между прочим, Сашка вот такие хочет. Лена. Вот, нет, он вот такие он любит. Нет, он любит шоколадом. Саша. Вот они шоколадом. Вот, 2,46. С клубникой он любит. 7, вот, с клубникой. Саша. Он шоколадный. Короче, всякие вкусняшки, чего только нет здесь. Супермаркеты – это моя любимая тема. Так вот, мы сейчас присели. Это мы заказали, и я не знаю, где что. По-моему, присели, вот это, наверное, Кристина. Это я такое заказала. Рис с говядиной. Лена заказала на такое. И Кристинка. И взяли мы такие напитки. Холодный шоколад. Холодная манго. Вот. И это что? Другой там. Это ореховый. Ореховый латте. Сейчас будем кушать. Ты нам это купишь? В этом торговом центре. Или вот это? Огромный. Ой, попробуем этот напиток. Вкусный? Тоже вкусный. Пей наш тоже. Так, рис попробуем. Вот такой рис. Ничего. Можно есть. У вас, наверное, острое? Нет. Нет? Кристинка взяла острое. Такая огромная порция. У меня типа фунчоза. Я хотела риса, взяла себе фунчоза. Ну возьми и что? Не, хочешь попробовать? Ты мою попробуй. На. Ложка же есть? Вот так положи себе. Еще ложечку, так мало положи. У тебя что-то пахнет свиньей, что ли? Нет. Нет, у мамы. По-моему, я вот это заказывала сверху. Нет, я спросила. А ты спроси, тебе интересно. Потому что у меня выглядело с перцем, по-моему. А выглядит вообще не так. А, еще цена 14. Да. А, 7, да? А я себе заказала дешевле, за 6. Сейчас вот мы поужинали сытно. И купили вот такие вкусняшки. Сейчас попробуем. У меня клубничный, у Лены шоколадный, а у Кристины черника. Вот такой сэндвич с начинкой. Сколько стоит, сразу говорить? А сколько стоит? $100. Одна штука 100 тенге. Видите? Мне вообще Малайзии тоже нравится, как и Лене. Здесь можно покушать за 500 тенге. Допустим, чашка большая риса с мясом стоит 500 тенге всего.
вкусная булочка. Всем приятного аппетита, кто ужинает.